Павел, слушай, ты какой прямо это сам. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Громко говорить умеете? Вы нам петь, танцевать будете? Да, и петь, и танцевать, нет, и говорить. Нет, а сначала что будет? Сначала я буду вам читать такой мини-рэп, представление, зачем я сюда к вам пришла. Только я, смотрите, буду перебивать, может быть. Хорошо. А вы диск давали? Конкеты? Диск. А, диск? Нет, не сдавала. А еще не поет? Нет, я без фонограмма. Без фонограмма. Иди сюда, милый ребенок, ко мне поближе. Скажи, пожалуйста, сколько тебе полных лет, как тебя зовут и дата твоего рождения? Меня зовут Кириллова Влада, мне 15 полных лет, день рождения 5 ноября 1996 года. То есть в этом году тебе исполнится 16? Да, но только в ноябре. В ноябре. А да. Ты у нас приехала из... Новоуральска. ОЭХК, соответственно. Соответственно, да. Ну, давай, начинай жечь. Я сегодня покажу вам не балет и не оперетту, где избит сюжет. Мюзикл на ваш великодушный суд. Я представлю, где танцуют и поют. Не суди, умоляя судьи очень строго вас. Ты пойми, вырасти артисткой даешь мне шанс. Ведь я же так этого хочу. Так хочу, что ночами не сплю, летаю наяву. Ведь я же так этого хочу. Оу-йоу, время пришло воплотить мою мечту. Супер, скажи, это собственное сочинение, что ли? Да, это собственное сочинение. У меня есть такой мальчик, который занимается рэпом и пишет вот текста. Ну, то есть нормально. А петь такие песни, которые такие, ну, не классические, песни как песни. Умеешь? Давай спой что-нибудь прямо, вот такой современный человек. Проходят дни, летят года, все сменяя и сменяя поколения. Но тот, кого била мечта, избежит века забвения. Кто жил своей мечтой и к цели шел порой сквозь тысячи преград, кто жертвовал собой. Стой, ты можешь не ходить, когда поешь? Да просто как бы по одной траектории ходит. А я за ней камеры туда-сюда. А можешь что-нибудь действительно такое современное из того, что играет вот на радио сейчас, например? Блин, даже песня-то никакая не приходит. Ну, какой? У тебя кто любимый исполнитель? Ну, у меня нет любимых. Да ладно, кавратики. Ну, не вру. Ну, ладно, не верю, в жизни поверишь, нет? У девушки так в возрасте любимых исполнителей. Да что-то, блин, в голову так не приходит. Я знаю твой адрес, прости, но так вышло. Гарантии нет, я завишу от случая к случаю. Случайная встреча и все твои мысли ведут меня к тебе, и я не хочу возвращаться назад. До новых снов с тобой, безопасный секс, самый лучший чай. Останется в памяти вкус, и тысячи слов учащается пульс. Так, сейчас пением заканчиваем. Молодой человек есть у тебя, да? Да, есть. Ага, сейчас, ну, знаешь, читаешь какое-то стихотворение, я думаю. Так. Только, пожалуйста, просьба, работаешь на камеру. Стоять? Ну, можешь, конечно, ходить, но знаешь, что камера здесь, она за тобой не бегает. Ага, ладно, хорошо. Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть. И о том, что я молчу, не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце уйдет за рощу. Раскрываются тихо листы, и я слышу, как сердце цветет. И в больную, усталую грудь веет влагой ночной. Я дрожу, я тебя не встревожу ничуть. Я тебе ничего не скажу. Так, ты нам покажи, знаешь что? Я не просто ответ спросил про молодого человека. Покажи нам, пожалуйста, как бы ты себя вел, если ты не просто знаешь, как я с тобой все порываю, где там одна-то осталась, там все, и не нужна ты мне. То есть я молодой человек? Нет, ты ту, которую бросили. А, девушку. Хотя знаешь что, давай, ты молодой человек, который любит свою девушку. Давай, для начала. Который порывает. Да, который порывает. Без отправки. Знаешь, ты мне вообще надоело, я устала от твоих вот этих, не понимаю, ничего не хочу, в кино хочу, да не хочу, тоже меня, эх ты, тряпка, пойду себе лучше там вон с Бритни Спирс замучу, знаешь, я вообще до нее прям вот докачу, и тебя вот, ты будешь целоваться в пальчике. А вот теперь ее, а ее... Да как ты так можешь, ты что, совсем что ли, я же люблю тебя, Андрей, пожалуйста.
пожалуйста, а? Я сейчас сам вообще уйду. Уходи! А молодой человек Андрей зовут, да? Да нет, просто имя такое. Да, что? Вот ты здесь пишешь, что участвовал в главной роли, мюзикл вечный. Да, Гагарин, была Мишлотина. А был такой мюзикл, поставленный тоже для Росатома и Твелла, тоже вот там, про Гагарина Юлю, которая в космос хотела полететь, и у нее была такая вот мечта. И была Гагарина Юля. Да, и была Гагарина Юля. Да, чуть оттуда. Песенку, да? Вот тебе, глупышка, мой совет сестры, в голове твоей уж слишком много ерунды. Скажи, к чему вся эта чушь, лететь в космическую глушь? Что за мечта? Что за безумная мечта? А слова какие-нибудь, не песня. Моя мечта сугубо лична, она позыв моей души. И не тебя, и не тебе меня публично изобличать во всякой лжи. Вот, ну, это мои слова были, а так что... И не тебе меня тут изобличать! Нет, вообще. Понимаете, у меня была такая роль, что она такая, как бы, флегма, и не то, что... Это Юлия Гагарина такая, да, которую в космос хотели отправить. Да. Она все не хотела лететь. Она, как бы, она хотела, но она была такой скромной, как бы. С английским языком у нас как дела стоят? Написано плохо. Плохо. Низко. Низко? Ну... Какой язык будешь в школе? Английский. Английский. Ну, Кайс, Кайс, скажи там что-нибудь такое. Hello everybody, I'm glad to see you. My name is Kirillova Vlada. My height 170. My height? Ну, рост. А. My measurements 86, 63, 90. Do you like танцевать? Давайте. Давайте. Только подальше. А нет, подождите, я хотела включить. Можете включить вот эту Бритни Спирс? Ты, пожалуйста, танцуй. Тема, есть да. Вредные привычки у тебя? Нет, нет, конечно. Нет, конечно. Ну, кто тебя знает? Вдруг? Ну, да. Вдруг есть. Есть вопросы? Нет. Спасибо, дорогая. На самом деле, надеюсь, увидимся. Хорошо. Пока.